Наконец-то моя деятельность дала свои плоды и предложила мне один магазин зайти к ним и выбрать все, что мне будет подходящее. А я не знаю, что мне будет подходящее из их товаров, честно сказать, потому что это товар воркаут. Название говорит за себя. Это спортивный инвентарь, в общем. А я не такая уж прям прошаренная, извините, спортдевочка. Но мне очень интересно стало, что ж там у них есть. Добрый день. Здравствуйте. Меня пригласили в ваш магазин, сказали, вот, возьмите себе то, что вам нужно. А я не знаю, что мне нужно. У меня дома есть только резинки, фитнес-резинки. Я их вот увидела, вот похожие на ваши. Вот эти мини-петли. Да, да. И вот уже... с чего мне начать, даже не знаю. Если вы уже, в принципе, занимались резинками, то могу еще предложить вам рассмотреть вариант как петли универсальные. То есть это тоже резина, но так как эти петли метровые, то они позволяют делать более амплитудные упражнения и подходят, ну, в принципе, для как там, мышц спины, груди, ног. То есть это получается целый спектр упражнений задействуются с ними. Вот. Также они различаются все по нагрузке. Как и эти петли у вас есть с разной степенью нагрузки, так и те петли варьируются по нагрузке. Для девушек мы обычно предлагаем варианты. Это первые три резинки. Да. Вот. Для ребят, кто там посильнее, либо там, вторая, третья, четвертая, либо, там, допустим, полный комплекс, потому что либо не всем подойдет, допустим, самая мощная резинка, она действительно очень большую нагрузку создает. Вот, это таких уже прям профи-спортсменов, либо те, кто весит там за 100 килограмм. Вот, так что для вас я бы порекомендовал вот такие вот резинки. Соответственно, что с ними можно делать? Да. Получается на плечи. Оно, в принципе, вот базовое, как будто да? вы, ну, кто-то использует, допустим, бодибар, гриф, либо гантели. Вот здесь, в принципе, резинка все это заменяет. Руки не должны как-то пулять, наверное, да? Ну да. У меня получается? Хорошо получается. Хорошо. Вот. Как раз у меня сейчас все, целая тренировка пройдет. Получается, что даже самая легкая резинка достаточно тяжелая. Да, у вас как-то это все уже. А тут. О, у меня же жар бросила. Резинка не бьется. Вот, хватает примерно на 100 тысяч растяжений. Примерно так. У нас один клиент. Он считал, он каждый день делал одно и то же упражнение, говорит, на 100 тысяч мне хватило. Петли, вот, немножко разные цвета, разные комплектации. Функциональный тренинг последние несколько лет очень популярен. Ну да, я в зале видела, но для этого нужны прям такие прочные перекладины. Уличный турник вполне подойдет. Да. Причем дополнительные стропы, которые в комплекте позволяют даже цеплять за высокие деревья, за колонны.
их используют в качестве, допустим, разминки, или наоборот, проработать мышцы уже после тренировки, допустим, на рельеф. Для таких спортсменов, кому свой вес уже недостаточен, кому хочется там, взять хорошую нагрузку, пояса позволяют поднять до 100 кг. Вот, в основном используют там стритлифтеры. Гири штука классная, на самом деле. Сейчас очень популярная штука – это тренажеры для тренировки хвата. То есть это шары, это трубки. Mm-hmm. Вот, также крутящиеся турники здесь у нас представлены. Да, вот я думаю, это декор или что? Нет, это крутящийся турник. Вот, просто на нем висите и тренируете предплечье, пальцы и так далее. То есть сейчас очень популярно вот эта штука, а тренировка хвата. Ну как вот, тренировать его? Вешаете два стержня и просто висите или подтягиваетесь, да. А, ну это вообще. Могу подвесить, но вряд ли вы сможете подтянуться с ними. Да, не для таких ленивых, как я. Ровно. Ну, курица, да, тоже. Жилетики. Есть от самых маленьких, которые допустимую нагрузку имеют до 10 кг. И для фанатов спорта есть жилеты, которые можно грузить на вплоть до 34 кг. Вот эти вот. В нашем магазине представлены толстовки, футболки, майки, ну, также штаны спортивные. На мне сейчас находится, на мне сейчас надета толстовка теплая, утеплённая, очень приятная на ощупь. Ну да, я шучу, что это в нашем магазине. Нет, мне не приняли на работу. Просто я решила сказать, раз уж я тут стою, я одета в эту чудесную штуку. Получится или не получится? Я только местом.
все? Да. Отлично. Ну, я думаю, отлично, да. Отлично, берем. Да. Оп, оп. А вот есть разница, какой ногой или без разницы? Без разницы, абсолютно. Как иду. И главное это... Оп, сесть. Все. Отлично. Вуаля. Мне очень понравилось. Просто я, честно, хотела бы такую резинку, да. Хорошо. Ну что ж. Походи по магазину. Спасибо Андрею за обзор. Он очень помог. Я выбрала свое. То, что мне понравилось. Ну, прям реально зацепило. Да, это моя больная тема. Очень понравилось подтягиваться с этой резиночкой. Но видите, такая удобная. С ней даже отдыхать очень удобно. Вот. Ну, что я хочу сказать, магазин мне понравился. Многие товары, кстати, я хочу заметить, присутствуют только здесь. Вы можете найти их и производятся специально для этого магазина. Но имейте в виду, что магазин ориентирован больше на интернет-пользователей. То есть удобнее, конечно, заказать по интернету. Но у кого есть возможность приехать, пощупать товары, то, конечно, welcome сюда. Ну, а я с вами прощаюсь. Сейчас буду упаковывать свою резиночку. Всем пока-пока. До скорых встреч. Паша Джинни.